фанатов не отнимало. Нормально. Вот сейчас он будет меньше малинова и целиком же опустим его масло. Вот режу часть около 60 единиц, а оба будут 48-50. Сейчас вы наблюдаете процесс термообработки кованого топора ручной работы. Топоры выдержали в печке при температуре 875 градусов. После этого он закаливается в масле. Сначала масло опускается только буквально 5-7 сантиметров режущей кромки, чтобы она дала хорошую высокую твердость. Как вы видите, опух топора сразу в масло не опускается. Для того, чтобы он не был хрупким, потому что если где-то придется обухом забить какие-то боли, перебить что-то твердое, он может лопнуть, если его сразу бросить в масло. Соответственно, у нас получится около 60 единиц твердости на режущей кромке, ну и примерно чуть меньше 50 в обухе, то есть где-то 47-48. Соответственно, обух примерно на 10-12 единиц будет мягче режущей кромки. Вверх остыл, уже не закалится в масле. Крюк снимаем и запускаем в воду, в масло лезть. Вижу, уже температуру не дает. Таким образом, мы продемонстрировали вам процесс термички кованого топора. Спасибо за внимание. С вами была Кузница «Железные братья».